Аптечный пункт в Апатитской поликлинике возобновил работу. Фирма «Фармация Заполярья» получила лицензию на отпуск психотропных препаратов. Теперь их вместе с лекарствами для льготников можно получить по адресу Бредова, 18. Как найти аптеку, покажет Антон Рассказов. Аптека для получения льготных лекарств находится в здании городской поликлиники на цокольном этаже. Вот здесь льготники могут получить все необходимое. Аптека занимает две комнаты. В одной отпускают льготные лекарства для жителей Кировской апатитов. То, что аптечный пункт открылся в здании поликлиники, очень удобно, отмечают горожане. Вышел из кабинета врача, спустился и получил лекарство. Вот я сейчас получила направление, пришла, все, не надо идти, бежать, потом узнавать. Ну, сразу получаешь, а не идти, особенно пожилым людям, далековато ходить. А тут сразу получилось. Если лекарства нет в наличии, для пациентов организовано СМС-информирование. Ну, в день обращения, если нет препарата, потом он появляется, мы информируем человека, он приходит и получает его. Это минимум 2-3 дня. В соседнем помещении расположена полноценная аптека, где выдают все рецептурные препараты, которые муниципальный пункт отпускал в прошлом. Функции аптеки входит. Лекарственное обеспечение граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Аптечный пункт осуществляет розничную реализацию психотропных препаратов. Лекарственных препаратов как рецептурного отпуска, так и безрецептурного, широкого ассортимента. За льготными лекарствами горожанам нужно обращаться в аптечный пункт в здании городской поликлиники на Бредова, 18.